Стартовала регистрация на участие в одном из главных зимних спортивных соревнований Подмосковья – ежегодную манжосовскую лыжную гонку. Мероприятие традиционно проходит в канун Нового года, 31 декабря, на территории Одинцовского парка культуры, спорта и отдыха имени Ларисы Лазутиной. Прием заявок на участие продлится до 27 декабря. Личную заявку необходимо зарегистрировать на сайте «Живу спортом», а командную отправить по электронной почте.